Данная новость облетела массу украинских СМИ. Бойцы, отважные бойцы батальона Азов захватили бойца так называемой ДНР. Ну а в других новостях там другая интерпретация. Боец ДНР сдался и заявил о том, что он разочарован. Он всем разочарован, он посоветовал не совершать его ошибок и тому подобное. В Широкино разочарованный боевик ДНР сдался украинским военным. Вот он, голубчик. Он многое рассказал украинским военным, и все, что он рассказал, было чистой правдой. Об этом сообщает пресс-служба Азова, полка Азов. А пресс-служба полка Азов врать не будет, правда ведь? «Не делайте ошибок, которые нельзя исправить», — сказал этот боевик. Теперь приготовьтесь. Готовы? Предлагаю кое-что послушать. С какого числа, с какого месяца вы являетесь бойцом незаконного военного формирования ДНР? 29 февраля. 29 февраля какого года? Военник, вот 15-го. 15-го года. Где проходили службу? Я уверен, что таким образом этот парень передал скрытое послание. Таким образом он, прозрачно намекнул, насколько можно верить всему остальному, что он там наплел. И его понять можно. Он молодец, передал это послание. Но нельзя понять украинские СМИ, которые понесли эту новость, и никто, ни одна живая душа не заметила того, что говорится на видео. Более того, он говорит, а тот, кто его допрашивает, повторяет. Да, 29 февраля. Да, 29 февраля. Это же из серии «Украина получит безвизовый въезд 32 июня 2015 года», к примеру.